Короче, сами мы ни хера не знаем. Пятница вечер. Люди обычно сейчас закупаются в магазинчиках пивком. Всякие вкусности покупают. А мы в Петровиче гуляем. Еще ж забыл, друзья мои. Это у нас первый день. Вот, баня первый день. Ну вот, друзья мои. У кого такая фигня бывает? Вроде все, казалось бы, да, купили. Вроде все по списку взяли. А тут херак. И вот какой-то маленькой вот хрени не хватает. Она продавливается. Эта конструкция очень ненадежна. Из-за этого опять приходится срочно ехать, потому что работа останавливается. Срочно нужно ехать куда-то на рынок, в магазин и покупать вот эту маленькую хреновину. Вот и, собственно говоря, у меня сейчас такая же фигня. Очень хрипкая, поэтому, скорее всего, сегодня, значит, вот это все будет сниматься. Итак, нужно 30 мешков керамзита и 150 кирпичей оказалось лишних. Что еще-то? Что еще? А вот и первый косяк, как говорится. А, ну, собственно говоря, и все. И смеси же еще 5 мешков, по ходу дела, лишних. Короче, мы это сдаем, новое заказываем, поэтому... Я так понял, они сюда будут планировать решетку поставить, положить металлическую. Это все порнография, так что мы все это дело будем сейчас снимать. Потрясающий эффект. Эффект дежавю называется. Буквально сегодня ночью я только был в этом магазине, и уже опять я здесь оказался. То есть, как будто я отсюда вообще не уезжал никуда. Третий день наших работ по утеплению парилки нашей. Вот такое бывает. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет? Беседка наша превратилась в слесарный цех. Так, а это вот это все, что приехало сегодня с утра. Заказали стройматериалов, каких-то не хватило, каких-то мы забыли, а какие-то вообще, короче, заказали больше положенного. Вот так она выглядит теперь. Ну, зато можно кофеечек попить или чаечек прям под открытым небом нормально, пока дождя нету. Что сделали наши работники? Что у нас там, вата, как она там называется-то? Минерит, винерит? Минерит. Минерит разве? Ну, минеральная какая-то. Короче, вот сюда мы насыпем нашего керамзита, который вчера приехал. Самое главное не то, что красиво, а экологично, чисто. Прям просто вот кайф, как классно будет. Шашлычки уже тоже делать не получается, потому что все тоже стройматериалами заставлено. У нас тут на даче, да, все что-то делают, крутится что-то, короче, движуха происходит. Не скучно, короче говоря. Это вот, это базальтовая вата, по-моему. Ёпта, вот, наверное, такая вот. Или соточка здесь. Так, чтобы вызвать умного человека, жмем вот на эту кнопку. Этого вполне достаточно. Значит, как видите... Как видите, все уже оббито. Еще один маленький косячок, который я заметил, что не сделали наши работники. Ну все, заканчиваем четвертый день. На этом у меня сегодня все, друзья мои. Всем пока. Пока-пока. То есть мы сидим здесь и кайфуем. Да, вот так. Доски. Это у нас реечки, которые пойдут для нашей бани. Там брусья. Там у нас, короче, лежат утеплитель в багажнике. Да, еще очень важный момент, который я хотел сказать. Обязательно при планировке бани... Смотрите, я всовываю руку. Вот, и вот в такой обстановке
в 11 часов вечера мы сидим и кушаем. Видите зазор? Этот зазор позволяет нам сделать нашу вентиляцию. Никакого запаха, никакой плесени, да, то есть и всегда свежий чистый воздух. Друзья, с самого утра жопа в мыле. Просто в 9 утра приехала печь. Сейчас должна приехать дверь. Всем здравствуйте, наступил у нас уже 7-й день наших работ. В принципе, сегодня больше ничего не произошло, ничего таких каких-то работ не было. Все, всем пока-пока, хорошего всем вечера, доброй ночи, пока.